Инструмент компании работы – это мастер-класс. Подскажите, пожалуйста, есть присутствующие, кто ни разу не пользовался косметикой Мэри Кей? Есть, поднимайте руки, смелее. Мы вас запомним сегодня. Отлично, вы будете нашими экспертами и посмотрите, как преобразятся наши сегодня красавицы. Для того, чтобы насладиться чудесным преображением нашего лица, я приглашаю вас занять наши столы. С продукцией у нас есть стул, это для юных красавиц, 16+, система ботаника, вот там девчонки, да, вы сидите уже. Программа 25+, категория по уходу Time Wise 3D на двух столах. И программа 45+, здесь, да, у нас? Пожалуйста, займите места, кто куда желает, да? Итак, мы начинаем наш гранд-мастер-класс «Глубокое очищение». Итак, дорогие гости, мы начинаем мастер-класс по красоте с продукции компании Мэри Кей. Сегодня наш класс называется «Глубокое очищение». Я назову сразу те процедуры, которые мы будем выполнять с вами. Если кто-то не желает их выполнять, те гости будут экспертами и будут оценивать тех моделей, которые будут участвовать в тестировании продукции. Итак, первое, с чего мы начнем, выполним очищение кожи. Следующее средство, которое будем наносить, мы будем наносить с вами маску очищающую и затем уже увлажняющий крем. Для чего проходит процедура очищения, как вы думаете? Для чего нам нужно очищать кожу? Чтобы дышала, чтобы убирать загрязнения, молодцы. Еще для чего очищают кожу? Если ее не очищать, то возможно появление прыщей. Прекрасно. Все знаете. Значит, итак, для того, чтобы очистить кожу, мы используем средства ботаниковые средства для молодой кожи. Это возраст 18+, 25+, средства очищающие пальчики и маски. Обратите внимание, здесь два вида средства для нормальной сухой и для комбинированной жирной кожи. Итак, кто за этим столом будет использовать средства? Кто будет участвовать в классе? Так, на пол лица наносим, да? Татьяна, на пол лица наносим? Да, на пол лица, правую половину лица. Сначала берем ватный диск, разделяем его пополам. Массажные линии находятся у нас от центра лба к краю. Увлажняем кожу от центра к краю. Носик сверху вниз. От центра к краю. Потом снизу вверх. Так правую половину увлажняем. Вот этим затем наносим средство точечными капельками на правую половину, капельки распределяем по лицу на увлажненную кожу. Пальчиком, точечки пальчиком наносим, нет, без румяна. От центра к краю. Носик сверху вниз, подбородок от центра вверх, нижнюю часть подбородка снизу вверх, и вот таким образом распределяем по всему лицу. Для очищения вы можете использовать щетку для глубокого очищения. Кто хочет сегодня протестировать еще щеточку? Щетка с конвейером.
Нажимается кишку и начинается ворочаться. Если вибрации недостаточно, можно нажать на эту веточку, сделайте массаж. А турборежим есть? Щетка будет работать ровно одну минуту, и та, которая с вибром, насадкой. Снизу. Новая щетка у нас появилась в этом месяце. Это хит продаж сразу компании. Набрала очень высокие рейтинги продаж. Значит, что происходит благодаря этой щетке? В самой щетке новый режим. Если раньше насадка вращалась, то теперь за счет вибрации вычищается поверхность примерно в 4 раза больше, чем камень. Кроме этого, эта насадка за счет того, что ее поверхность больше, имеет 24 тысячи щетинок, которые вычищают все загрязнения. И если сравнить поверхность, которую вы очистите с помощью щетки, и без щетки, вот прямо визуально даже будет понятно и видно, где более тонкий цвет лица. Так, кто хочет еще щеточку попробовать, капустные насадки есть, и есть желающие. Обычно очищающее средство наносят перед тем, как чистить зубки, где-то на минутку-две на лицо. Пока мы зубки чистим, средство начинает работать, начинает загрязнение на коже разлагаться, и после этого мы спокойно умываем. По массажным линиям смываем. Уже сколько раз очищаем? Следующий этап — наносим маску. Маску, выравнивающую тон кожи. А за этим столом у нас пилинг. Так, маску наносим так же, как массажную. Наносим конечно. 10 минут ждем. Что вы хотели бы узнать о компании Марикей за эти 10 минут? Пока у нас маска высыхает, работает с нашей кожей. Что вы хотели бы узнать? Для того, чтобы стать консультантом, нужно, во-первых, достичь возраста 18 лет. Во-вторых, есть определенные требования, которые компания предъявляет консультантам. Какие требования? Ну, во-первых, вы купите продукцию по стандартной цене. Цена продукции, которую консультант будет приобретать, уже имеет свою скидку. Конкретно о том, какая продукция вам понравилась и по какой цене вы можете работать, я расскажу вам лучше. Вас как зовут? Юлия Гончина. Мы с вами переговорим. Сегодня вечером или завтра, когда вам уже будет? Завтра. Прекрасно. Позавтра в какое время мы с вами будем? Сейчас. Завтра у нас школа макияжа. Вот и пообщаемся. Вы можете подъехать пораньше, на полчаса, до 4:30, и мы с вами пусть хорошо. Ну как происходит пилинг семейного бюджета? Да. Скажите, как ощущает себя ваша кожа? Берите, Леша, берите. Старайтесь не разговаривать, чтобы не растягивать, не растягивать.
Кто-то еще пользовался? Да. Смотрите, все помню. Вот почему. Без минут. Почему мы видим? Сразу в Инстаграм, да? А можно погромче, я записываю. Вот это в пилинге, там окситоалюминия, то есть алюминиевая кружка, и алмазная кружка. И вот чтобы успокоить, мы сняли до 5-го слоя, сняли. И чтобы успокоить кожу, чтобы кожа, чтобы кожа, ну, начала оживать после вот этой щетки металлической. Мы бьем сыворотку. Вот эта сыворотка вообще уникальная. Это сыворотка против любого состояния. В ней более 25 ингредиентов. Следующий. Можно сыворотку вот в паре с микродермом. Идет сыворотка, которая уменьшает поры. Оно прям идет в паре, оно идет в комплекте. Это сыворотка. А я вам дала более мощную кому? Ну, это после тоника. Давайте цвет подбираем. Можно выдавить яручки, посмотреть. Так, можно смывать масло. А время кто-нибудь засекал? Да. Всего 2 минуты. Только крем. А что за часы? Это индикатор? Конечно. Ну как же. Что смываемся? Ну, это девушка, красавица, да, была в игре, классная тема. Я ждать. Учитель шлифчик. Зашивали. Спасибо, что пришла. От центра. И снизу. Ну, все красиво. Скажем, это заработано. Чтобы подошли, как вы думаете? Просто так, просто да. Глаза есть, его крем наносите. Можете, уважаю вас, вот можно я вам покажу модель, которая правильно все грамотно сделала на пол лица. Вот посмотрите, пожалуйста, половинку лица, пожалуйста, без правую заделали. Посмотрите, видите, вот что такое наша косметика. Вот видите, что это такое. Пол лица правильно сделано. Вот представляете, как человек преображается. Если мы ежедневно будем пользоваться этим, мне очень нравится всегда результат. Я обожаю свою работу. Я обожаю женщин, которым возвращаю молодость и красоту. Красивы вы все. Все мы красивы. Но вот то, что время, оно не щадит нас, а мы можем приостановить этот процесс старения. Спасибо. Попробуйте. Сашечка, после того, как мы смыли масочку, мы наносим тоник. Диск, и сейчас вы уже можете нанести на кожу, наносить более ровно. Это крем-сорок взять. Вытираем также массажный не надо. Вот.
ощущения, ощущения, да, и кожа будет. А, глаза. Посмотрите друг на друга, вот после маски, что вы видите? Сейчас отдельная ситуация, отдельная ситуация. Во-первых, возьмите безымянную. А зачем вы хотите безымянную? Отлично. Действительно, мягко-мягко. Теперь у нас есть возможность с вами, используя новую щетку, скандинавский рисунок, сделать лимфодренажный массаж лица. В салоне такая процедура стоит от 800 рублей и выше. Что происходит во время массажа? Во-первых, улучшается кровоток. Мы наносим специальную сыворотку, которая обладает лифтинг эффектом. Кожа становится более упругой и улучшается циркуляция крови. Уходят отеки. Кожа принимает более гладкий и ухоженный вид. За счет того, что именно кровообращение делать такую процедуру нужно 2 минутки. Вы помните, что массажер отключается через минуту. Здесь встроенный таймер времени. Мы нажимаем, он начинает работать. Минутку работаем, потом включаем вторую дополнительную минуту. Но обычно 40 минут тратят на зону шеи, где-то 25 секунд на подбородок и щечки, и 10 минут на лоб. Ну вот нам сейчас 1 минуты с вами на пол лица должно хватить. Начинаем от центра, ведем по массажной линии вниз, вот таким образом двигаем. И шею, область щитовидной железы не трогаем, идем в нижнюю часть подбородка, проходим вверх и вниз. Вот такими движениями. Ну и когда прислоните саму щетку, если вы хорошо прислоните ее плотно, то как будто вот такой вакуумный насос там прощупаете. Кто желает протестировать? Вот, а дальше крем умный, он заклоняется так, куда надо. Вот, только вибрацию верхней кнопочкой можно прогнать, прижать крем более сильно. Проехали, потом от внешнего. Да, вибрацию вот, вот, а теперь опять. Вот за что я отдыхаю? Что понравилось или нет? По ощущениям, вроде как не очень понравилось. Вот близко глаз. Так, под глаза только к носу. Только под глазами только к носу. От виска к носу. Да, вот так от виска к носу. Да, вот так. Вообще, вот смотрите, какой пропуск. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Я просто обожаю. Почему я? Очищение, дыхание, и вокруг. Досрочно. Смотрите, вот. Девочки, скажите. Повернитесь, пожалуйста. Да, посмотрите. Особенно молодежь, смотрите, что будет с вами через 10-20 лет. Напугала. Пользоваться надо. Будет вот так все хорошо. Не возвращать молодость, а сейчас предотвратить это все. Так, ну что, сделайте друг другу комплимент, как, что вы видите, какие изменения на лице. Сделали? Помолодели. Кожа так себя ощущает. Приятно есть у кого-то ощущение.
Кому захотелось наше зимнее? Так, последний этап нашей сегодняшней процедуры – это нанесение тональной основы. Мы будем использовать с вами CC-крем. В отличие от обычной тональной защиты, этот крем еще и увлажняющим действием обладает. Также он выравнивает цвет кожи, защищает от солнца, имеет массу преимуществ. Цвет в двух оттеночках. От души. Я вот к ней ходила на один мастер-класс. Приводила девушку с мне понравилось, и вот решила все-таки прийти еще раз. Вот попала сюда.